Ежегодно 14 января кумертауксы собираются на центральной площади для встречи Нового года по старому стилю. Отделом культуры администрации для горожан была организована насыщенная программа. Зажигательные концертные номера, театрализованное представление, забавные розыгрыши и многое другое ожидало гостей праздника в этот субботний вечер. Все присутствующие с удовольствием принимали участие в конкурсах, танцевали вместе с ведущими программы и делились друг с другом хорошим настроением. Очень понравилось. Всех поздравляю со Старым Новым Годом. Здесь очень весело, здорово. Здорово очень. Мы очень рады, что у нас Кумертау вот такой вот есть у нас праздник. Настроение супер, праздник очень понравился. Большое спасибо, с Новым годом! Всех поздравляю с Новым годом, со Старым Новым годом. Всем удачи желаю, здоровья, настроение хорошее, отлично, праздник красивый. В этот праздничный вечер жители города смогли также поучаствовать в розыгрыше телевизора. Для этого требовалось ответить на несколько вопросов, связанных с серией популярных новогодних фильмов «Елки». Самой внимательной и осведомленной оказалась Маргарита Сергейчук. Она и стала победительницей розыгрыша. Мы вас поздравляем! Вот такое волшебство! На Старый Новый год! Пришли с детьми кататься на горках, ну, посмотреть, конечно, представление. Тут как бы, ну, про елки все такие, это спектакль про елки. Ну, конечно, хотела поучаствовать, тем более в начале телефона так говорили, все запомнили. Мне еще это интересно так. Но все елки мы смотрим, все нравится, как бы такой фильм семейный. И было нетрудно, в общем-то, и вопросы легкие были. Поэтому очень рада, очень... Вообще. Спасибо большое организаторам и, не знаю, спонсору, кто, правда, что-то не озвучил. Спасибо огромное, большое. Было вообще классно, классно. А все пришедшие на праздник были приглашены для участия в масштабном флешмобе. С помощью волонтеров горожане дружно выстроились в огромную живую букву «К», символ города, и включили экраны своих телефонов. Завершилась программа ярким праздничным салютом. Разноцветные фейерверки вызвали восхищение не только самых юных горожан, но и взрослых кумертауцев.